Всем привет! Вот уже 11 часов, я не успеваю даже накраситься, в порядок себя привести. Расчесала, сделала себе какую-то гульку на голове и пойдем гулять с Данилом, потому что... Данил спрашивает меня. Потому что ничего не успеваю. Встали, приготовила завтрак, кое-где прибралась, помыла посуду. Вот Маркуша уже плачет, Данил уже ждет, не дождется. Скажи привет. Привет. Идем гулять, да? Да. Ну все. Может, чтобы выйдет в кепку. А прыгаешь на баллон? Да. Давай, я тебя поснимаю, попрыгай. Наша детская площадка. Чем занимаются здесь дети? Угадайте. Покажи. Все, Оля, скажи привет. Муравейник покажи с яйцами. Цыпляшки. Данила, покажи муравейник. Чем вы играете здесь? Это в городе, где есть крутые детские площадки, дети заняты. Площадками. А деревенские дети играют в муравейник. Я не знаю. Раньше тут было очень много личинок. Вы играли в детстве с муравейниками? Они его немножко разрыли, вандалы, и суют туда палочки. Они туда по этим палочкам к ним залазят. И им весело, да? Угу. Но разорять муравейник это не очень хорошо, правда? Больше так не надо делать. Ну, мы все-таки разваляем, потом закрываем уже. Здесь, кстати, муравьев так много. Да, где и... не подколупнешь землю, везде муравьи. Да, там и много личинок, но они все личинки утащили. А я видел у себя во дворе дерево, и там муравьи перетаскивали личинки такие большие яйца. Что? А, это вот для тушки яйца. Зачем он нужен, да. Площадку, знаю. Где? А. Пенечек есть на площадке. Вот, мой крестник Степа хочет показать вам, как он умеет переворачиваться. Опа, опа, молодец, браво. Качели, которые можно прибить ребенка спокойно. Сейчас покажу. Видите, какая тяжеленная. Ну, ракета. Вон, тоже в нашем детстве были такие ракеты, да? Только экстремально. У-ху, на воздухе держится. А вторую ракету мне даже страшно показывать. Два грибочка, можно под дождиком спрятаться от дождика. Такая песочница. Песка тут уже нету. Когда-то в прошлом году, да, завозили жители дома кто-то. Или откуда-то привозили песок. Привозили, да. Сейчас его уже нет. Еще одна ракета. Каждый год мы здесь прибираем, стрижем. Немного убираем кусты. И чуть-чуть дети играют. Стекол здесь, конечно, много, потому что вот здесь вот обычно сидят у нас люди выпивающие, они пьют и их кидают в бутылки. Бороться с ними не знаю как. Пойдем, Дань, покажи ракету. Так вот залезет, если ребенок на нее, то спокойно, мне кажется, она в какой-то прекрасный момент свалится. Поэтому очень страшно детей отпускать гулять без взрослых. Приходится все время следить за ними. Пойдем? В магазин пойдем или ты со Степой будешь играть? Да, буду. Я печки возьму. А мы с Олей и с Анютой пойдем прогуляемся в магазин. За колбасой. Бандюган бегает. У нас тут с солнечной стороны, возле пятиэтажки, люди сажают цветочки сами. Сейчас покажу, как красиво. Вот мальва здесь. Домашки.
Осторожно. Осторожно. А, на Стёпе смотри, сколько много. Дань, хоть ты возьми блондинку. Еще одна площадка другого двора, такого же типа примерно, как наша. Бабочка. Прям на попу. Капуста здесь растет, смотрите. Она, по-моему, цветет, но не капуста. Другое, это же не капуста, да? Нет, награда. Оля, ой, это же не капуста? Я пить хочу. Мам, ты деньги цветок взяла? Мам, ты деньги взяла? Дарья, у тебя вот тут вот еще есть. Смотри, ну-ка дай-ка мне еще один. Все, дай мне еще один. Сейчас погода меняется, сейчас только вот тучи, и тучи на небе. Дождик такой капал немножко, холодно, ветер. Сейчас тут же солнце вышло и тепло. Данил, не надо в клумбу только. Пожарчело. Пожарчело. Не, ну у тебя же под кофтой ничего нету. Ты бегаешь, вот ты и запарился. Мам, я... Ух ты, какой гром, слышали? Наверное, дождь будет. Будет гроза. Будет гроза. Люблю майву, но она цветает и все, нету. Почему цветы не цветут каждый все лето? Цветает и нет цветов. Хочу вот сняться на фоне своей картинки любимой на кухне. Так я хотела давно себе купить. Я это полгода выхаживала вокруг нее и купила в итоге. Сейчас покажу. А, как показать? В таком французском стиле, наверное, я не знаю, что это за стиль, как вы думаете? Я не знаю, не разбираюсь в стилях картин живописи или не живописи, картинописания. Вот, понравилось мне такой повар забавный. Будем мы готовить плов на обед. Я люблю плов. А вы любите плов? Я люблю плов. Я нарезала мяско. Тут у меня рис. Надо будет промыть его. В кастрюльке уже лежит морковочка с лучком. Морковку я всегда режу покрупнее на плов. Сейчас все это будем обжаривать и добавлять мясо. Вот у меня морковь с луком уже обжарились немного. Теперь в кастрюльку буду добавлять свининку нарезанную. Ой, ну сейчас пойдет, как мне. Выпипал. Балош. Добавляю свининку. Ты теперь снимаешь кулинарную? Да. И все это сейчас еще минутки две обжарим. И добавлю рис. Покажу вам. А вот это. Добавить еще вот такой приправ для плова. Прямо в мясо. До добавления риса. В ней, вот видите, содержится только специи, никаких консервантов. И этим мне нравятся такие приправки. Я стараюсь такие магит, норд, какие там еще бывают, не знаю, не использовать. Ну, хотя, не буду зарекаться, что они никогда в жизни не будут использовать, и стараюсь какой-нибудь. Вот, натуральный приправ очень добавляю. Одну рукой тяжело. Добавляю приправы немножко. Если дети будут кушать, они мне именно такое не очень любят. Помешаем. Вот почти обжарила. Я добавила газу немножко, быстрее.
Так бывает такое. Камеру выключаешь, хочется сказать много и разное. Камеру включаешь, все из головы вылетает. И язык заплетается. И теперь заливаю все это водой, солью. Уже подсолила воду сразу, чтобы равномерно плов подсолился. Залила. И еще добавлю 3 маленькие чесночинки. Они не будут там в таком виде не останутся. Они это так растушатся, станут такой кремообразные. И придадут плову аромат. Давлю их немножко, так придавлю. Ну все, закрываю кастрюлю крышкой. Пусть тушится, у меня там уже ребенок зовет меня. Маленький ребенок, сами понимаете, ничего не дает делать. Также к обеду у нас еще салат. Салат я стругала, резала вчера. Во вчерашнем влоге показывала вам. Мне, хозяйкам на заметку, есть такой способ, как сделать так, чтобы у вас... был быстро и свежий салат всегда. Я вчера нарезала большой тазик. Овощи, тут огурец. Я уже рассказывала. Редиска, лук, зелень, салат листовой. Все с грядки, все свое. Нарезала побольше и поставила незаправленный холодильник. Вот. И к обеду, к ужину или к завтраку, когда нужен салат в течение дня, вот даже на следующий день он остается свежий. Достаешь, накладываешь себе тарелочку, сколько нужно, и уже заправляешь солью и маслом растительным, или кто чем любит. А также достала 3 маринованных помидорчика. Ну, кто захочет, поест плову. Такие красивые, яркие, красные. Красота. Приятного аппетита! Пришла. Маргуша опять печальная. Рита опять чё-то опять, она недовольная, посмотрите-ка. Давай обниматься. И тоже у меня мой планшет. Как дела? Ты где была? Где ты была? Где ты была? В клубе. В садике ты была? Да. Что ты грустная? Ты гулять хотел? Да. А что? Опять заплели тебе косичку? Да. Смотри, какой красивый. А, две косички. Скажи привет. Привет. Что, что, будем разуваться, раздеваться и ручки мыть? Будем? Давай, пойдем компотик или водичку будешь пить? Компотик. Ну, пойдем попьем. Как ты разувайся, да? Вот молодец. Расскажи, я покажи, что вы... Масло. Доставай, что вы купили? Молоко. Молоко. Первый вкус. 2 литра взяли. Кашку будем варить, да? Что это? Масло. 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 Масло тоже первый вкус. Это наше местное, магнитогорское. Молочный комбинат. 72% с половиной жирности. Ничего такое, нормально. Молоко тоже. А это что? Шоколад. Шоколад. Да какой-то большой. Это огромная шоколадка. С цельными лесными орехами. Альпенгольд. Растаяла, по-моему. А в холодильнике будет. И что еще? Ребуса. Батон белый, да? Молодец, слышишь. Что еще? Кошелек. Кошелек. Папе надо отдать, да? Неси папе. Давай. Ой. Да ладно, брось, сейчас я подниму. Я сама. Давай. Неси папе кошелек. Скажи ему спасибо. Побежала. Побежала. Блинов на печь. Да. Детки захотели блинчиков, да? Да, блинчики мы с мамой будем делать. Будем блинчики варить. Вот, Данил мне помогает. А давай, я буду выливай. Есть. А Рита будет есть, Данил. Кого же не надо? Переливай в центр, все, убирай половочек. Сейчас нажарим и будем кушать их. Да.
с маслом и медом. Я масло и мед положила в вазочку и... Не надо, поставь ее. И растопила, растапливается еще в кипятке. Вот, и в это дело либо поливать, блинчики, либо помахать. Нет. Любите блинчики, да? Да, мы любим. А я бы хотел блинчики с арахисом. Рита у нас сегодня баловалась, да? Да, мама не слушала. Рита баловалась? Папа не слушала на улице. Не слушала, да? Ну, из садика пришла. Надеюсь, это качественная Рита. Некачественная или качественная? Ну, не знаю. Если это некачественная, мы пойдем в садик и возьмем качественную Риту. Вот она как балуется, смотрите. Папа пришел, но стесняется зайти. Да. А у вас мужья стесняются? Да, стесняются. У нас стесняется так. Мама, блинчики, мам. Так, пора переворачивать. Смертельный номер. Серединку отцеплю. Дубль 2. Ты снимаешь? Давай, я не знаю, над столом давай. Давай тоже над столом, чтобы... Ура! Почти! Получился комочек. 4, да? Добрый 4. Четвертый, возможно, испорченный блин. Данил, отойди. Данил, отойди, а тут тебе в лоб пролетит. Ура! Вот он, да. Есть. Да! Лайк.